Всем привет, с вами, как всегда, Кэтлин, и сегодня со мной маленькая Соня. Она уже тоже очень хорошо летает, и я ее держу только из-за того, что вчера произошел очень плохой случай для всех, пожалуй. Соня, расскажи о нем. Не, давай ты, у тебя лучше получится. Тем более, я волнуюсь даже тут находиться. Хорошо, Соня. В общем-то, мне трудно на самом деле об этом рассказывать. Было такое, что я тут обычно их пускала летать, чтобы они летали и умели это делать уже, когда я их отпущу. Но, как видите, тут такой огромный шкаф, который вообще не передвинуть, и там вот эта щелка. Один раз певец самый большой из всех залетел туда, и настолько сильно он залетел, что подскользнулся, и он туда вот за шкаф упал. Я очень испугалась и сразу позвала на помощь всех вообще, кого знала. Ну, пришла только моя подруга, мама моя и парень моей подруги. Все вместе мы опустошили быстро шкаф и поняли, что он на середине шкафа, то есть из-за того, что он очень узкий, там щели, он застрял на середине шкафа и не выберется, если мы сейчас его не подвинем. Мы изо всех сил всеми усилиями подвинули шкаф и спасли его. Сейчас с ним все нормально, к счастью. Мы посмотрели, никаких травм и переломов у него нет. Соня очень волнуется с этим местом, потому что она тоже плакала за своего братика. Да, я очень волнуюсь и не хочу сюда больше приходить, ладно? Ладно. Хорошо, хорошо, Сонька. Конечно, ты не будешь сюда больше приходить, просто ради видео. Можешь чуть-чуть посидеть? Ладно, посижу. Мне не трудно. Просто, в принципе, больше нас не... Хорошо, я не буду вас тут пускать летать. Конечно, Сонь. Я же это понимаю. Ладно, прости. Ничего. Ну вот, и для меня это было ужасно грустно, потому что, по-моему, это была моя ошибка, и я себя очень за это корила, сидела просто какое-то время плакала. Но потом мы его спасли, все хорошо сейчас, он со всеми сидит, и он даже ничего не понял, как Соня рассказывает, и сам он. Да, он ничего не понял, просто темнота и... Как будто бы в обморок упал. Да. Да, наверное, Сонь. Ну, в общем-то, вот так и случилось, поэтому я теперь и придерживаю Соню. Она не очень любит летать. Я бы не улетела. Я уже знаю. Сонь, ну я же знаю, как у вас это получается. Случайно. Хорошо, хорошо, ладно. Ну и, в общем, такая история грустная на этот раз. Хотя я бы хотела позитив в своих видео приносить. Но, к сожалению, не вышло на этот раз. Но, в общем, сейчас с ними все хорошо. И через 2 дня с этим вместе я их уже, скорее всего, буду отпускать на волю. Как? Как на волю? Я хочу тут остаться с тобой. Соня, ну ты сама видишь, как эти ситуации заканчиваются. Я просто не хочу, чтобы с вами такое произошло. И тем более вы птички, вам надо на волю. Хорошо, но обязательно, обязательно я хочу прилетать. Прилетать к тебе. Ну, это же тебе никто не запрещал, Сонька. Так вот, всем пока и до новых встреч. С вами была... Кэтлин и Соня. Ставьте лайк
И подписывайтесь на канал, чтобы таких случаев в наших жизнях стало меньше.